Барыңыздарға салам. Қандайсыздар? Мен сіздерге өте бір десем, соны жаңалық мен өзімдің инсайтым мен айтқанда бөлішкен эфирге шықтым, потому что сториске реально батпай қалды. Бәрін айтып бере берсем түсіндіріп жеткіре алушы да емесмін. Сондықтан маркерлерімді ашып айтамын жоқтар. Ошондуктан мен сиздерге бүт баарын түз эфирде наглядно көрсөтүп берейин дедим. Мен бул нерсеге уже өзүм бир жумадан бери келатам. Бир жумадан бери мен ушул нерсенин, даже бир жума деп эмес, сиздерге так скажу, эки айдан бери ушул состояние. Мен сиздерге түз эфирлеринде айтып жүргөм, что у меня вот такое, мурунку эфирлерин көрсөңүздөр, у меня вообще там другое состояние было. Другая энергетика была, да, и вот последние бир жума ичинде мен именно ушул состояниянын причинасын издеп баштаганда, что вообще происходит, эмне болуп кетти, кайяктан сбой болуп кетти, мындай айткандачы, качан башталды, эмнеден башталды, каза бердим, но не могла докопаться, да, вообще таппай атканда, вот причинасын эч бир таппай аткам, тигинден издеп аткам, мындан издеп аткам, я где только не искала. И вот буквально бүгүн эртең менен бир фильм көрдүм, ошондон кийин у меня все по полочкам разложилось. Мындай айтканда, азыр мен сторис деген нерсенин я вам сутун айтып берем, до сути расскажу, что вообще эмне болуп атат, о чем речь дегендей, мен бул жак азыр кандайдан көрүнөт экен. Так. А, вроде так нормально, да? Окей. Смотрите. У всех есть свои проблемы. Абир адамды өзүнө проблемалар бар. Мисалы, кимде кандай проблема? Акча, отношения. Так, что еще? Жашоосу жакпайт өзүнө. Бияқта страх болушу мүмкүн, коркуу сезими, чего то бояться, да. Любой адам баардык бир нерседен коркот, в любом случае коркпогон адам жок. Что еще бул жакта? Установка. Обида болушу мүмкүн, карныч. Адамдар өзү өтө карынчак келет да. Дагы кандай проблема, мисалы кыялдар, вот жетпеген максаттар, жетпеген кыялдар. Их очень много, да? Вроде бы кыялданасың, но айланып келгенде барып нерсе акчага такалат. Что еще? Ата эне менен проблема болушу мүмкүн. Кайын журт менен болушу мүмкүн. И вот этот список ар бир адамдыкы индивидуальный, да, то есть. Но в основном бүт баарыныкы ушул эле проблема. Туурабы? Бүт баарында ушул проблеманан адам эмне кылып баштайт? Могу проблеманын баарын көрөт дагы бирден проработка кылып баштайт. То есть бул проблеманы бирден чечип баштайт. Акчаны чечет. Акчаны чечсе бия калып калат, аны чечсе бия калып калат. А бирок бүт баары мындай бири бирине чырмалышкан да, бүт баары бири бирине байланыштуу да. То есть бул эмне дегенди билгизет, например, сиз акча проблеманы чечтиңизби, но отношения бузулуп кетиши мүмкүн. Отношения бузулушу мүмкүн. То есть мунун баардыгы как кызыл жип менен айтылганда эле бири бирине байланыштуу. Пока сиз установканы алып салмайынча сизге акча келбейт, пока страхты алмайынча акча келбейт, пока обиданы алмайынча ошол эле акча келбейт, көрүңүздөрбү, баары келе эле могул жака такала берет да. А биз муну эмне кылабыз, бирден проработка кылабыз, мы стараемся где то проработать, барабыз какой нибудь там, кантип акча табыш керек, кантип бизнес башташ керек, пошли на курс какой нибудь, курска барабыз. Вроде бы часым ушул, жакшы эле кетесиң, но через какое то время кайра түшөсүң. Отношенияны оңдоп баштайбыз, отношения боюнча курска барабыз, вроде бы нормально,
Но через какое-то время қайран назад кеттің. Абида бойынша какой-нибудь курсқа қатыстай марафонға, но через какое-то время қайратқа кеттің. И таким образом, пока сіз мұны өзінше, ар берін өзінше проработка қалайсаңыз, результат временный, да? Уақытылы болады. И потом қайырлы барлық нәрсе өзінің орнына келер еді. Бүйт бары. Потому что бүйт бары шырмалы шыққан. И что надо делать деген вопроста не решайте оны барлығын жүйші үшін, чтобы вы здесь, везде, бүйт жақта сізде прям идеальный болушы үшін, да? Сіз қалаған ақша, сіз қалаған отношения, сіз қалаған жашо, қандай жашан қаласы, ешқандай қорқыс сезім болбосы, ешқандай установкалар болбосы дейсі, қайын жұртымен отношениям болса, ата-анаммен отношениям жақсы болса, жеткілем реалым барына жетсем қалған нәрсеме, обидалар жоқ болса дейсіңдер дағы. И бұл как замкнутый круг, да? Мұнда айланып жүреді, да? Мұны проработка қыласыз, алдыға келіп та қалады. Аны проработка қыласыз, бияққа та қалады, бияққа та қалады, бияққа, и мұнда жүреді, да? Бесконечно бүтпеді, да? И сколько не старайся, сколько қанша курсқа бар ба, марафонға бар ба, в общем, без разницы. По себе знаю, мен өзімдің айтайын, мен бүт барына қашып шыққан, бүт курсқа қашып шыққан. Ушыл бойынша менде әрбір бойынша өзімше марафондарым бар, әрбір бойынша мон барын алып келгенде бір жаңа мен курсы бар, но все равно келіп келгендер где-то что-то да выскакивает, шыға береді. Бұл жақтан проблема шығып қалуы мүмкін, бұл жақтан шығып қалуы мүмкін, бұл жақтан шығып қалуы мүмкін. И допустим, егер де мен ақшам жоқ болса, но ақшам нөлге түсіп қалса, мен причинасын іздеп бастаймын. Так, у меня где-то, значит, обида, біреу жарымға тарын жүрем. Где-то, значит, мен бұл жақтан, у меня самооценка упала. Где-то, может, значит, ата-анам менен у меня что-то не то, атама болған обида болатады, может быть, да? Может, қайын жұртым менен что-то не то. И вот здесь я начинаю копать, қазып бастаймын, да? Так, ақша қандай установкам бар. Так, неге мен чоң ақшадан қорқамын? Неге мен өзім қалған жашауымды жашамаймын, маған жақпайды жашауым, иә? Не үшін мен күйеуім ақша таппайды ошоны, не үшін маған ошоны маған обеспечивать етпейді? Короче, непонятно. Басталады ошо нәрсенің барлығы. Кімге ушул знакомый, мындай айтқанда. Кому знакомо вот такое состояние? Жазсаңыздар. Кому знакомо? Вроде бы. Әрбіріне өзінше келесіңдер, да, тігіне проработка қыласыңдар, мұны проработка қыласыңдар. Все что угодно, но все равно ничего не получается. Қанша әрекет қылба, қанша бұға келіп, мұны проработка қыл, мұны, но все равно итог қайреле, не олда, қайреле как, ну, круг үзілбей тұрды, да, бесконечный круг, который вообще разорвать невозможно, да. Мұның олды, бұл жаңа минусқа кеттің, бұл жаңа олды, бұл жаңа минусқа кеттің. И так бесконечно. Вроде бы, казалось бы, все нормально, но нет, да. Бар бұл үшінде, мысалы, жолға шығармен отношениян оңдодыңар, но в то же время қайын жұртыңармен отношениянар наоборот тескерінен кетті. Либо ақша жақсы тап аштадыңа, все нормально вроде, да? Ақша табатасыңа, все хорошо, бірок қиялға жетпейтасыңа все равно. Қалаған жашуға жашабайтасыңа, да, сих пор почему-то ошол ақшаңа все равно жетпейтады, почему-то вот здесь минус. Вроде бы қайын жұртымен отношениян оңдодыңар, но все равно у вас тут обиды остались, алар болған. И так бесконечный круг, да? И ушының барлығында, что между этим всем стоит? Бұл жақта не деген тұрады? Чего тут не хватает? Явно бұл жақта бір нәрсе жетшіпей жатады, да? Самый основной нәрсе жоқ. Чего тут не хватает? Нама ортода? Бір чоң, бір бөрністер бір пустота олатады, да? Вот эта пустота, она не наполняется, толбой жетады ұшыл жақшы. Вот здесь непонятно, ради чего. И мол жаққа
обычно, особенно аял киши, койот экен кимди, там баласын, күйөөсүн, күйөөмүн дейт, ради чего десин. И так бесконечно. Но почему-то өзүн карасаң ол жака алып коет, где-то она, где-то вот здесь. Непонятно где. И мне рад, бала үчүн акча табат. Бала үчүн жакшы жашоого аракет кылат. Бала үчүн ошо коркуу сезимдерин арылат, установкалардан же болсо күйөөсү үчүн отношениясын оңдойт, күйөөсү үчүн кайын журту менен отношениясын оңдойт, күйөөсү үчүн ошол таарынычтарын обидасын кетирет, кой күйөөмө таарынбайын, тайгылайын, тайгылайын деп. Күйөөсү үчүн ошо өзү жакпаган жашоодо жашайт, терпит да ради кого-то, ради чего-то. И мен постоянно айтам да, всегда биринчи орунга өзүңөр болушуңар керек депчи. Здесь всегда должна быть я. Не где-то, вот здесь, да, где-то молодых-то мест, а молодых-то. Я. Мен. Вы все это делаете в первую очередь ради себя, узнаю, чем классно. Но был жақтан деле ушел проблема. Был жақтан деле ушел ахча, отношения, жақпаған жашо, қорқу сезімдері, установкалар, қайырлы қайынжет менен проблема, атының менен проблема, қайырлы қиялыма жетпейсің, қайырлы обида, и вот так бесконечно, где-то говорят. Понимаете? Все равно почему-то ничего не меняется. Ладно, өзім бірінші орынға қойдым, ладно, я свои хотелки, тигін ғылам, оны ғылам. Но это работает. Какое-то время он молоттағы бағдар сфера, я қайырлы келілі атқатты. Почему? Не үшін үшіндей вот. Тут нету слова состояние. Состояние деген сөз бар. Орыстар білестер деген, я в моменте деген. Говорю, чекто вот жайында, популярный ол дуа, состояние. Именно ушел состояние, он барлык нәрсе влияет этот, да? Именно сиздің состояниеңіз. Сиздің состояние, мой жашоңызға бүт барына влияет. Ваше состояние, бүт-бүт-бүт сфераға влияет этот. Каким образом? Егер де сіз в отношениях начар болсаңыз, постоянно жолдышыңызға упрек, аны жаман көріп, анан тиіндейсің, мұндайсың дей берсеңіз, сіздің состояниеңіз не болот? Негативке чувствогы күйөөңүздү күнөөлөп баштайсыз. Обида башталат. Ал жактан дальше-дальше кетет дагы, страхи появляются, өзүңүз жакпаган жашоодо жашап баштайсыз. Установки, вот күйөөм ушундай, мага жардам бербейт, поддержка бербейт, все такое. Отношения бузулат бардык жак менен. И так бесконечно. Именно вот это состояние. Келесиздер, мен силерге мындай сүйлөп түшүндүрүп берейин. Состояние. Что такое состояние? Состояние деген өзү эмне? Мен ушул абалга, ушул состоянияны жоготуп алганыма 2 ай болгон. 2 айдан бери я прям потеряла вот это вот своё состояние, да, когда я всё могу, мен колман бары келет деген нерсени я потеряла 2 месяца назад, но муну мен качан менде ушул состояние пайда болду? Июнь айындын башында. Менде ушул бардык нерсеге колман келет кылалам деген состояние пайда болгон менде, но потом июлдун аягында я вот это состояние каким-то образом потеряла. Все, мен колман эч нерсе келбейт, я ничего не могу, я никто деген состояние түшүп кеттим. Август ай ошол менен өттү. Вообще никакая, да? Сентябрь айы ошол эмне үчүн менин ушул состоянием жоголуп кетти деген вопрос менен өттү, да? Где вот это мое состояние? Ким күнөөлүү? Деген нерсе менен өттү, да? И когда вот адамда состояние жок болгондо, бүт сферасында минуска кетет. Акча келбейт. Обидалар толот. Отношения бузулат. У меня прям по всем сферам кетти, да, ушундайчы. Бар жогу бар мен ушуп кеттим. Эч ким менен сүйлөшпөй калдым. В конце концов, я уже үйдөн чыкпай калдым. Эч ким менен сүйлөшкүм келбейт. Эч кимди үйдө тоозгум келбейт. Көргүм келбейт. Мне прям вот такая, ушундай бир состояние, да.
не хочу никого увидеть, эч мен сүйлөшкүм да келбейт, эч нерсе да алгым келбейт, короче, меня не трогайте деген бир абал болуп калды да. И акыркы бир жумада последнюю неделю мен просто бир техниканы кылып баштадым да. Кечинде жатар да просто. Я просто делаю, даже бир жума эмес, 4-5 күн болду окшойт. Одну технику делаю, кылотам анан. Эртеси результат алатам да. Я просто получаю результат. Кечинде ошол техниканы кылдым. То, что захотела, утром получила. Жолбосо күнү кечке ошол нерсе мага келет, да, спокойно келет, да. Я такая, ого, это работает. Класс, супер. И ошол моментте бизде мындай да, мисалы, көпчүлүк учурда кыялдарыбызды жазабыз. Там бир нерсени ойлонобуз, мен ушуга жеткин келет, ушундай результат алгым келет. 5-10, но ничего не получается, все равно болбойт да. Ушундай кылайын дедим эле, бирок ал план ишке ашпай калды. Например, я хочу там iPhone 13, но почему-то жазып койдум эле кагазга, но почему-то iPhone 13 мага келбей деп атком, эмнеге? Мен ушундай бир жаңы бир, допустим, кийим алайын дедим эле, ошону жазып койдум эле кагазга, желаниемди жазып койдум эле, но почему-то ишке ашпайт атко. Неге? И так бесконечно, да? Биз эмне кылат экенбиз ошол моментте, адам өзүнүн желаниясын ачып атканда, открывает свои желания, ойлойт, о, я хочу вот мындай кылгым келип атат. Деп да, и сразу думает, и ал келсе мындай болуп кетет да, тигиндей болуп кетет да. Вот азыр өзүңөрдүн желанияңарды эстегиле. Вот чего вы хотите? Азыр мени каалатасыңар. Вот прям хочу деген нерсеңерди эстегиле, да? Просто, например, мен примерно я хочу свой дом, өзүмдүн үйүмдү каалап атам. Я вроде бы хочу, но в то же время оюңарга эң биринчи эмне келип атат ошондо? Ал үй, да, ал үй үчүн акча керек. Мен каалаган үй кымбат турат. Экинчиси, мен анчалык акчам жок. Мен ал акчаны качан таап бүтөм? И все, желание закрылось. Жок. И у вас может быть то же самое. Любое желание надо ойлоло дагы. И подумайте, эгер да ошол желание ишке ашса эмне болот? Кантип ишке ашат? Подумайте, кантип ишке ашат ошол желанияңа? И адам негизи өзү анализ дегенде жакшы көрөбүз да, ойлонгонду өтө жакшы көрөбүз да, прям ине жин ичин ойлонуп до конца докапываемся. И в конце концов ал нерсе жок. То есть вы открываете вроде бы желание, вы хотите это, но бул жактан тигини айтып туруп, все кайда закрываете. Это как бы мындай да. Балаңыз сиз менен магазинге барды, бир шоколадты сурады. Анан сиз ушу шоколадты алып берейин деп атсаңыз, сизден просто сурадым мама, киндер алып бериңизчи деп. Киндер алып берейин деп атсаңыз эле кайра өзү айтып атат, ии аз дегенсиз мага киндер алып берип койсоңуз ал деген кымбат, анан андан көрө ошол киндер алгандан көрө тиги бир килограмм сахар ала албайбы, анан тинтпейлиби минтпейлиби, аны азыр батте жеп коем да, анан тишим ооруйт да, доктурга барыш керек болот да, анан дагы көп расход болуп кетет да деп айтты балаңыз, и вы уже все. Эмне кыласыңар? Алып бербейсиңер, а значит бере деле жок турбайбы го депчи. Тут то же самое, жашоодо деле ошондой да. Адамдар именно ушунун негизинде максатына жетпейт да. Это первая причина. Бул биринчи причинасы, вроде бы хочет, но ар жагында толтура установкалар бар, страх, коркуу сезими бар и ишенбестик. Ишенбейт да, вот что кантип эле ошол нерсе мага келип калсын деген нерсечи. Болобу силерде ошондой? Окей, я вот это хочу, но кантип эле мага ошол нерсе келип калсын? Кайяктан келип калсын? Кимде ошондой болот? Кантип эле келсин ошол? Эми болбогон нерсе да. Андан көрө ошол акчага мен тигинтип алам, мынтип алам и 5-10. Экинчиси, это вообще не ваше желание. Бул сиздин деле каалооңуз эмес, просто атаңыз айтты, там апаңыз айтты, же болбосо кто-то еще, балдарыңыз, кто-то хочет, а вы этого не хотите, по сути, иске керек эле жок ал нерсенин. Либо бирөөнү көрүп калдыңыз, например, вот эме боюнча «Игра в кальмара» деген кино, сериал да, корейский сериал, айва популярный болду. Абсолютно баары практически биринен бири көрдү. Кому-то зашло, кому-то не зашло, по-разному, да. Тот же самый Гу Чжун Пё,
Неле? Сериал ластын өтіп қалдым, но уағында көргенсіңір ошоны, мен студент кісті көргім. Ал қачан әле шыққаны? Цветочки после ягодок біле. Ошол мезгілде все смотрели абсолютно жақсы да, жақпаса дағы смотрели. Дальше «Черная любовь» шықты. Ал қанша суткалап ұқтаған жоқ адамдар, но вот это смотрели. Жақса дағы, жақпаса дағы они смотрели. Почему? Потому что башқалар көріп отырады, башқалар айтады, значит, мен де көрішім керек. Понимаете? Значит, я тоже это должна смотреть. То есть истинного желания, чыныгы қалу ошол нәрсеге жоқ та. Просто елде бар, значит, я тоже хочу. Эми элдин барыле тигине кылып атпай, мен деле ошону алайын. Стадный инстинкт деп коет да. Эл кайда кетсе барып ошол жака жанагы. Эми өткөндө бир сүрөттү көрүп калдым да. Толтура кой экен, аябай көп экен. Но ортодо ошол ар жагы боп-бош тура, жөн эле талаа, и ошол талаанын ортосунда просто алып келип турле жанагы койлор чыккан эме болот го, мындай дарбаза деп коелучу, штакеткадан коюп коюптур. И койдун баары жөн өтпөстөн мындай эле чачырап-чачырап жактайдан кетип калбай, именно ошол штакетниктен ошол жолдон чыгып атат да. И көпчүлүк адамдардын максаттары дал ошондой да. Просто же можно же пойти тияка бияка. Нет, я бул жол менен кетким келген жок, мен тияк барым келет, бияк барым келет. Нет, нужно идти именно этим путем. Элдин баары кетип атпайбы, значит, ошол жактан кетиш керек. Стадный инстинкт деп коет көпчүлүк адамдардын максаттары именно ушул себептен ишке ашпайт да. Мен муну өчүргүлөй. Мария. Мен жазганды өчүргүлөй мен. Алып барып тияка. Тияка барып өчүргүлөй. Подожди. Курым. И таким образом не исполняется. Бул экинчи причинасы. Но ар бир причинанын арасында карасаңар пункттар аябай көп болот да. Пат пункттар аябай көп болот. Өчүрчү баарын. Жукпай калды уже. Эчти жакпай бар. Бар. Мариям, иди. Жок. И вот таким образом эң основной причиналары. Үчүнчүсү даже самая распространенная причина адам ошол максатка жетишине өзү ишенбейт. То есть адам өзүнө ишенбейт деген сөз. Биринчиси бул это установкалар болот, это страхи какие-то, да, антиңил болгондон көрө анан мынтип калсачы, тигинтип калсачы. Экинчиси эл эмне кылса мен деле ошону кылышым керек, мен деле ошону алышым керек. Хотя это вообще не его, да. Үчүнчүсү ишенбегендик, адам просто напросто өзүнө ишенбейт. Ну мен жана сториста айткандай мындай да, например, мен бир нерсени каалап атам, но у меня нету денег, у меня нету возможностей, менин эч кандай тааныштарым жок, эч кандай связим жок, жумушум жок, үйдө отурам, я просто сижу дома. Кантип мен ошол нерсеге жетем? Понимаете? Кантип жетмек элем? Үйдө отурсам, эч жака чыкпасам, балдар менен болсом кечке, эч нерсе билбесем, эч нерсе кылбасам, акча таппасам, кантип жетем ошол максатыма? Дейт дагы, и на этом остается. То есть өзүнө ишенбегендик, это уже самооценка. Дальше жоопкерчиликти албагандык өзүнө. То есть бирөө келип ага ошол нерсени кылып бериш керек да. Кто то должен, там күйөөсү, ата энеси, еще да башка адамбы, там либо сыйкырчыбы, каяктан бири келип бирөө кылып бериш керек. Но только адам өзү эмес, жоопкерчилик албагандык. Көпчүлүк адамдар именно ушул состоянияда жашайт да, жоопкерчилик албайт да. Анан күйөөсү иштейт, анан күйөөсүн карап отурат да, жок, мен күйөөм акча бербейт, анан күйөөм тигинтпейт, мынтпейт. Это еще одна причина да. Дальше обидалар. Вот этилма тетин айтып койбогондо андай болмок эмес, мондай болмок, и так бы начинается. Тил тинтип койбоду, ошон үчүн мен ушинтип отуруп калбадымбы, ан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 а. Это уже кечирүү. Бул бешинчи пункт да. Алтынчы пункт дагы бир өтө бир маанилүү нерсе, бул Кудай Таалага ишенбегендик да. Бул каким образом айтасыз да, ой жок, Кудайдан сураш керек, Кудай баардык нерсени сурасаң берет депчи, но почему то ушу сурап атканда ишенбейбиз да. Кантип эле Кудай мага ушуну берип коймок эле, кактан берип коймок эле? То есть ишеним жок да,
из этого происходит вот это. И ошону негизинде мелесептер ушул пункттун баары кошулуп келип сизди кандай состоянияга алып келип атат. Состояние жертвы, состояние ребенка, именно кичинекей бала. Кичинекей бала состояние сам кетип калат. Кичинекей бала ардайым чоңдордун сөзүнөн көз каранды. Өзү эч нерсе албайт, самостоятельно акча таба албайт, там тамак жасай албайт. Аябай кичинекей бала элестетиңиз, бешке чыга элек, бешке чейинки балдарды элестетиңиздер да. Өз алдынча тамак жасай албайт, өз алдынча там кийим жуу албайт, элементарный вещи да. Өз алдынча там иштеп кете албайт, жашап кете албайт, жанбаган кете албайт. То есть адам вроде бы взрослый человек, да, чоңоюп калган эле, там канча балалуу эле, аял болушу мүмкүн, киши болушу мүмкүн, но почему-то өзүн кичинекей баладай алып жүрөт да, ведет себя как ребенок. Анан кичинекей бала эмне кылат? Капризничает, ыйлайт там. Принцип требует это, теперь алса постоянный скандал, тарнат. А у кичинекей балага сиз акча бербейсиз, чоң акча берип магазинге жөнөтпөйсүз. Ишенбейсиз, потому что колдонгонду билбейт. И просто сравните себя, өзүңүздүн азыркы состоянияңызды ушу бала менен эле салыштырып көрүңүз. И она верит в чудо. Кичинекей бала постоянно, качан мен атенем, же болсо бирөө келип мага Дед Мороз ошол эле. Жаңы жылда качан келип же болбосо зубная фея, качан мен ишим түшүп калса акча берип кетет. Дед Мороз качан жаңы жыл болгондо мага бир белекти таштап кетет деп күтөт. Ну взрослый человек тоже самое же делает. Күтөт пайып алды эле башка бирөөдөн, туурабы? Качан тиги келип тигинтип берет, качан бирөө келип мага ушинтип берет деп. Вот точно такое же состояние. И качан адам именно ушул состоянияда жашаганда, ключевое слово состояние. Адам жашоосунда точно ушул эле ситуация болот. Мисалы, кичинекей баланы эч ким укпайт. Биринчи айтып атса деле укпайт аны. Потому что он же маленький кичинекей да, аны сүйлөй берет да эми кичинекей бала. Ар ким келип урушат, ар ким келип тарбия берет, ар ким келип ар кайсын айтат, сен андайсың, мындайсың, тигинтишиң керек, мынтишиң керек, ар кайсы нерсени үйрөтөт. Ата энеси урушат. И так без конца. Понимаете? Любой жактан всегда так и происходит состояние. И ошончо запретти ого берген бала аны кылган болбойт, тигини кылган болбойт, антпе, тигинтпе деп берген бала чүнчүп кетет да. Просто представьте, что вот өзүңүз ошондой кичинекей бала болсоңуз, вроде бы взрослый, но в душе вы остаетесь просто маленьким человеком. Да? Кичинекей бала боюнча калып калгансыз да, ошол состоянияда калып калгансыз. Биологический устумус, но именно мээңиз, именно мышлениеңиз кичинекей баланын немесинде калып калды. Эми элестетиңиздер, 5 жашар бала, жана из 13 в 30 деген кинону көрсөңүздөр керек, көрүлөт болсоңуздар ошону көрсөңүздөр, түшүнөсүздөр. 30-дагы, 13 жаштагы, 30 жаштагы аял болуп калат дагы, чоңоюп калат дагы, желание загадывает этип. И как она себя ведет. И өзүңөрдү салыштырып көрүңөр. И бул жактан можно прорабатывать все по отдельности. Алса болот, акчаны өзүнчө алса болот, там отношенияны өзүнчө проработка кылса болот, самооценканы өзүнчө проработка кылса болот, там обиданы өзүнчө кылса болот, там максаттарга жетүү боюнча өзүнчө кылса болот. Можно. Маркер керек. Маркер жок, чыкпай калыптыр. Кана. Ыргытып жиберин. Как? Мусорунга. Вот эште мусор ыргытып жиберин. Мариям иштеп атам. И можно это прорабатывать, да? Из 13 в 30 дня на эскеле серии кино. Но гостинство. Но тут смотрите. Вон будем как-то. Можно все это отдельно прорабатывать, но если это старсис, манты дизайн дотас. И карасназм. Эч нерсе жок да, нужно же все это собирать, барынча болуш керек да, манты бир манты чыгыш үчүн вы хотите просто покушать манты, жөн эле манты жегиңиз келип атат. Мантыга эт керек, там пияз керек, что еще. Может быть, картошка кошосуз бул, это на ваше усмотрение, да, кандай вы хотите результат. Либо, может быть, тыква менен кылгыңыз келип атат, башкалак менен, да. Может быть, ал жака еще, вот что хотите, да, мисалы, ич май кошосуз, мне кошосуз, вы идете, вот, мне манты жасам, я хочу манты, и еще, а кастан керек, ага деген, плитка керек, су керек, кайнатыш керек, анын баарында,
қамыр жүріш керек, қамырға ұн керек, тұз керек, су керек, идиш керек. Ну, шо үшпе алатын. Мариям, іште отам, барып күрч, пожалуйста. Ошо нәрсен бар керек, а сіз... Шо, Мариям, мен манты жасам келеді деп тұрып, пияз көтіріп көліңіз. И все. Бір пияз көтіріп көліңіз, айтып тұрып, все, маған ұшында мондан маған манты жасам бер. То есть сіз, дайда, ошол толтыра нәрселерін алып тұрылы, взяли и проработали, допустим, самооценканы проработкалып көліңіз. И самооценка сіздің пиязыңыз болады. Мариям, ал мусорды алып кетті уже. Машина бір, жа қойшы. И елесіңіз, вот, что делай, кішнеке бала білбейді, тамақ қандық жасалары, не, как это все делается, и бірінесен көтіріп көліші мүмкін. Короче, мұна мұндан маға манты жасап бер. Элементарно пияз көтіріп көліп көлді деңіз. И сіз гүлесі тәйі бұға деген мол-мол-мол-мол-мол нәрсе керек деп, ча, ребенок это не понимает, түшінбөйт, ничего не знаю, короче, маған манты жасап бер. Ұшыл пияздан бұл, қалған, не знаю, жена, каша из топора деген бар ғой, орыстардың бір сонын емес бар, жомоғыр каша из топора деген, ошында ойны, да? Ошында сияқты ел олтады, да, вы проработали самооценку, о, все круто. А манты жасаңасы деп, пияз әле тұрады, башқа еш нәрсе жоқ. И вы идете дальше так. Что еще? А, кечирюні проработкалыш керек тұрбай. Все, я пошла кечирюні проработкалай. Манты жешім керек та. Барыңыз екі көтеріп келіп қойдыңыз. Все. А там кескенге же досқаңыз жоқ, жоқ болса бұчаңыз жоқ. Етіңе тұрады. Пиязыңа тұрады. Все, башқа еш нәрсе жоқ. И пока сіз ошоның бардығын улан бірнесен, а, бұл керек тұрбай деп чоғылтып келгечекті. Жизнь да проходит, жашы өтіп кетіп байы. Азыр уже қанчаға шықтыңыз. Вы сами подумайте, азыр қайсы лошы элементарно манты жасап жеш үшін қайсы ингредиенттерді даярдадыңыз. И доска таушыңыз керек. А доска менен жасалады, жығаштан жасалышы мүмкін, там пластиктен жасалышы мүмкін, еще да башқа материалдан жасалышы мүмкін, айсан жазаған білбейсіз та. И ан жасалышы үшін дағы бір қанча жыл уақытыңыз кетеді. А бұчақты қантып жасалышы білбейсіз да. Аны қантып құрчы қылыш керек, қантып болмасы форма келтіріш керек элементарды. А қас қанды қантып жасайсыз. А суыны қаяқтан шығарасыз. Ну, представьте, что ничего нет абсолютно. И сіз все жоқ мен үшін барын қылам өзім деп, барын қылу отасыз да. Это как емес сияқты да. Бүт жапкершіліктің барын мойнын алу алып, бүт түшкін барын мойнын алу алып, жүрген аялдар сияқты да. Вот кого кім өзін танытады. Вот все на мне, бүт бар менің мойнымда. Бүт барын жоқ мен өзім қыламын, ешкімге бербеймін, маған ешкімдерден бір біле қойсын, я никуда не пойду. Там YouTube-тан бесплатный видеоларды көрем дағы, я вот это сделаю. Гим YouTube-тан элементарно рецептменен бір жақсы бір нәрсе жасап көрген. Ну, бесплатные рецепттерді ашып алып жасасаңыздар, обязательно что-то да не то болады, да? Вроде бы точь-в-точь грамм-грамм-грамм-грамм менен тютелька в тютельку дегендей саласыз бүт барын. Қандай жазылып тұрса, қандай видеода тұрса, ошоның ингредиентін барын табас, но все равно что-то не то. Почему-то мне еді, деп барыр ошоның сөйтіп ұшпай қалады да. Бір жері не то қалады да. И жашауда деле то же самое, да. Можно все это самостоятельно там. Ошол етті алып келіш үшін деле не алыш керек, бірінші мал сойыш керек. Мал сойыш үшін не алыш керек, ошол малын бағыш керек. Мал бағыш үшін не алыш керек, ан бір жерден алыш керек, ан үшін не керек, ақша керек. То есть қапайт етіп келе берсеңер, ар жағында өте көп нәрсе, да. И мысалы, ушул эле самооценканын арқасында, ушул эле кечирүүнүн арқасында, ушул эле там отношениянын оңдоонун арқасында, ушул эле акча табуунун арқасында толтура пункттар бар да. Бесконечный пункттар бар да. Бүтпөгөнчү. И көрүңүздөр, бул ошол элементарно үйдө эт болуш үчүн элестетсеңер эч нерсеңиздер жок деп койгула, вы ничего не знаете. Эмне болуш керек? Мал болуш керек, малды сойгонду билиш керек. А мал каяктан келет? А мал эмне жейт? А мал каяк кантип чоңоет? А мисалы элементарно кичинекей ошо малды торпок кезинде уй соем десеңиз, торпок кезинде алыш үчүн эмне алыш керек? Акча керек. Связанный акча. Акчаны табыш керек, э? И начинайте прорабатывать акча. Так акчаны кантип табат? Каяктан келет? Акчаны табыш үчүн эмне кылыш керек? Эмнени билиш керек? Кантип тапсам болот акчаны? Каяктан тапсам болот? Анча билим алыш керек экен. Билим алыш үчүн эмне керек? Дагы акча керек. И так бесконечно кетерет ал жагы.
Любой жақтан ұшындай, да? Бүйт сферын алып көргілі, докопайды, салжаға толтыра. Проработка ала тұрған нәрсе өтті көп, да? И... Бүгін маға ұшын нәрсе жетті, да? Бүгін маға жетті, шол нәрсе, вот, последний, ладно, последний бір ай дейін, вот, сентябрь айы. Я өткенде дәбір техниканы қылдым. 30 минут сайын будильник қойғанша. Я смотрю, анализ деп отырам, да, ар бир адамдын жашоосу, любой адамдын жашоосу, же причем кино экен, да. Даже бир күндүк жашоосунан целый документальный фильм тартылат экен, да. Просто. Потому что адам күнүнө ушунча ойдо ойлонот экен, ушунча нерсенин баары өтөт экен адамдын мээсинен. Это как эме, да, фильтр сыяктуу, да, например, фильтрдин примерин алалы. Эгерде сиз таза суу ичем десеңиз, прям ден соолугуңа пайдалуу суу ичем десеңиз, эмне кыласыз? Ошо фильтрди сатып алып акчага койдурасыз. Фильтр ошол чыккан суунун бардыгын тазалап-тазалап сизге бөлүп берип атат, да? Вот биздин примерде, да, бир фильтринде мына кайнатканга суу, экинчисинде экинчисине минеральная вода өтпөй, и сен ден соолугуңа пайда, эч зыян келтирбейт. И адамдын ою деле дал ошондой экен, да. Бүт фильтрден өтүп турат. И ошол фильтрден өтөрүп аягында чыккан ой, аягында чыккан ошол состояниясы адамдын жашоосун ошол нерсени алып келер. То есть тиги суу готовый сага берет, да, вот именно сага суу депчи. И тут тоже самое, мына сен фильтрлеп чыккан өзүңдүн оюңдун жыйынтыгы дейт дагы. И азыркы силердин жашап аткан жашооңор, силердин кечээки оюңар. То есть кечээ ойлогонсуз, бүгүн ошол кечээки оюңузду бүгүн результатын алып атасыз. Ошол жашоодо бүгүн жашап атасыз деген сөз. И ачар мүмкүн, нет, кантип эле мен ушул жашоону каалайм, я же хотел, мен эми мондай жашоодо жашам келет атам, мен моуну каалап атам да, тигини каалап атам да. Кандайсыздар мереже? Мен деген өзүм каалаган мондай жашоодо жашагым келип атса, тигинти атсам, мынтип атсам, анан конечный итог вообще другой болот да, көрчү. Я же хочу фильтрованную воду, минеральную, да, а мне үчүн мен баткак лай аралашкан сууну алып атам. Я же этого не хотела, дейсиңер, да? Но вы это сами захотели. Потому что фильтровать эткенде что-то у вас пошло не так. Бир жагы турам эске келтирсе, все. Все пошло не так. Элементарно ошол, может быть, она уже сизде минеральный суу чыкты. Просто баткакты фильтровать эткенде сиз унутуп койгонсуз, калтырып кеткенсиз. И вот вам минеральная вода баткак менен. А потом удивляетесь, эмне үчүн мен жашоом ушундай, эмне үчүн андай болуп атат, мындай болуп атат. Либо вы вообще не знаете конечный итог результатында, чего вы хотите. Минералдуу ичкенге боло турган суу керекпи сизге, же болбосо идиш жууй турганга жарай турган суу керекпи, же болбосо жөн эле тамак кайнатканга суу керек. Вы не знаете. И говорит, шығыса су керек маға, лишь бы суылыс олды. И вот он результат, баткахмен аралашқан су алды, или су олды атта. И ошо моментте, мне алып баштайт адам, күнөлөп баштайт ар кимди, а тиги, анан разбирать этип баштайт. Фильтрдин эмнеси бузулуп калды? Эмнесинен кетти? А о себе не думает, так, стоп, мен кандай өзү сууга аладым эле деп ойлобойт, нет. Фильтрді разбирать етіп баштайды, бұл жер бұзылып қалып тұрды. Понимаете? Это как, ну, телефоныңыздың зарядкасы отырып қалды, а сіз болса, ұшы телефонды элементарно зарядкасы сайып қойғанды ұнтып қалдыңыз. Просто ли? Забыли? Телефон өчүп қалды, либо у вас интернет не работает. Кечээки ситуация деле ушул болду, да? Кечээ канча саатка WhatsApp, Instagram, Facebook иштебей калды. Прям вообще ноль. Адамдар эмне кылды? Эң биринчи интернетти текшерди. Телефон перезагрузка кылды. Чё там менин телефоном не то, чё-то ушул иштебейт атат. Чё еще, да, ким эмне кылды? Башкага жазып көрдү, чалып көрдү. Делали все, да, бүт парын кылып көрдү. Потому что думали, что дело в телефоне. Телефон бузулду деп ойлогон. Телефон не то, интернет не то деп ойлогон. А на самом деле просто социалдык тармактар өзү иштебей калган, да? Өзүнөн кеткен. Адам точно так же делает. Телефонуңуз өчүп калды.
элементарно өзіңіз зарядка сайып қойған жоқсыз, а потом начинаете разбирать телефон. Так, телефон несі бұзылды, ічінші ашып, аржан ашып, бірден ашып, понимаете? Вот сами себе усложняете себе жизнь. Өзіңіз жашаған орда, өзіңіз талдаштыра бересіңдер, да? А потом удивляетесь. Мегабайт жоқ қалды ойлағам, мен кеше интернет өшіп қалды екен деп ойлағам. Уже акнетті башталды деп баштаған, да? Біраз погода бұзылса ле, ушыл акнет деп баштаған, понимаете? Обязательно бір оны күн ойлау баштайыз, да? WhatsApp-ты өшіруіңгі чейін барым дедім. Вот именно. Мен анан Инстаграмға бірінші кіргенде кірсем кірбейт, Инстаграм, мен Инстаграмым гүлштеп баштайды деп ойладым, да? Чо за гүлік? Неле болды? Почему не обновляется? Потом ойладым, чо-то интернет іштебейді деп ойлады. А нет, ал бүтуі анан WhatsApp-қа кіріп, жөнөтсім кетпейді WhatsApp-ым. YouTube іштеп атты. WhatsApp-тан кетпейді, анан интернет іштебей қалды деп баштадым. О, чо-то Wi-Fi-дан кетті бұл, чо-то Wi-Fi не то деп. Алып тұрып Google-ға кірсем іштеп отыр. Telegram-ға кірсем іштеп отыр. YouTube-қа кірсем іштеп отыр. А потом только до меня дошло. Значит, өздерінен кеткен тұрып аядыпчы. Почему именно 3 соцтарма қырғыды? Instagram, Facebook, WhatsApp. Потому что 3-ө бір компанияныңқы да. Из этого 3-ө бірде ерғыды. А YouTube башқаныңқы, Telegram башқаныңқы, Google башқаныңқы. Поэтому это все работало. И все. Видите, не лаз біз обязательно... Гүнөні башқа жақын езде баштайыз, да? А может, гүні өзінің кет отады деген нәрсе ойызға келбейді, да? Может, действительно, WhatsApp өз іште өйтет, Instagram өз іште өйтет дегенге адамдың ойына келген жоқ. Аяғында келді ошал ой. Кәді уже поняли, что вообще іште өйтқан көргеннен кейін, кәді все башқалар іште өйтет, ошында жетті, өз іште өйтқан тұрбай өйтет. Но почему-то адам өзіне келгенде ошондой ойлонбайт, да? Тегінден іздеп баштайды, мұндан іздеп баштайды, причинасында потом думайды. А может, я? Может, менде күн өтір? Может, мен бірін сен тұрым есқалатқандырмын деп өлім бөтті. Дальше. Не үшін, почему еще цели не исполняются? Адам конечный целін, он не знает. Конечный цель мне я не люблю. Вот конкретный конечный цель. Чего вы хотите? Любим, что свою ялу мне дать, все. Когда я ее? Не знаю. Все, зависит, что крышам был солду. Болду. Либо, что ты хочешь? Айфон 13. Там, памяти самый максимальный память мне. Зачем? Ну, если бы айфон, вот это я тоже хочу. Там неге десе, ну там камера хорошая, а камера саған неге керек бар? Десе, ну не знаю. Понимаете? Ел алатын я тоже хочу. Путешествие тоже самое. Қайқа барғым келеді десе, самый популярный Дубай, Турция. А неге ошол жаққа десем, білмеймін, шылса, елдің бары осы жақта жүреді, я тоже туда хочу. Тегін суретінен көргем, тегін сторисінен көргем, тегін постынан көргем, я тоже туда хочу. Понимаете? Именно зачем деген вопрос по адам жоп билбейт, да? Из этого шо нарсы стички ашпайт. Просто-напросто. Кимге түшінік толды? Кимге жеткер алдым? Тут еще ме деген бар. Именно бардық нерсе, я всегда говорю, да? Любой нерсе, любой адамдағы какие-то проблемы, начинаются именно самооценки. Самооценкадан келіп шығады, да? Сіздің интернетіңіз нашар болды, қойды тартпай қатады. Кімде де қатады. Любой нәрсе самооценкадан басталады. Все начинается с самооценки. Төмен самооценка, значит, будет сфера, да, у вас проблемы будут. Обязательно. Будь то отношения, будь то ахчаулову, там, предназначение, любой жоқ, да? Проблема болды. Вот, тартпай қатып қалады дейді, не қалады, перекладывание ответственности.
күнөөнү какыңыздар баштады, значит әйгеримдин интернет жакшы тартып айтат, значит инстаграм жакшы тартып айтат. Она не подумала, может менин интернетим начар эмеспи деген ой келген жок. Видите, у нас автоматически не алабыз, күнөөлүү адамды издеп баштайбыз автоматом. Прям 100% любой жакта ошентебиз да. Любой нерсе начинается с самооценки. Элементарно. Когда вот мен наставницадан айтканда, вот бир жарым айга деп я программу составила. У меня эме башталды да, а что я могу дать? Мен 20 000 сом болуп койсом, ал кымбат болуп калбайбы? У меня же этого нету, того нету. То есть адамдар эмнеге көнүп калганбыз? Материальный нерсеге көнүп калганбыз да, то есть материальный результат барганга көнүп калганбыз да, так деген үйү бар экен, машинасы бар экен, саякаттап жүрөт экен, тигиндей экен, а значит бар ошону үйрөнүш керек. А ничего, что ошол адам, он просто не умеет преподносить информацию, биринчиси. Информацияны жеткире албайт балким. Канча айтса деле жетпейт. Есть такие мугалимдер дагы бар, даже мектепте иштеп көрүңүздөр, студент кезинде иштеп көрүңүздөр. Канча айтып атса деле вообще кирбейт да меңергечи. Прям өтө интересный сабакты деле жаман скучный кылып салат. И ошол эле учурда башка мугалимдер бар, ушундай бир скучный сабакты, там алгебра, геометрия, ушундай интересный кылып айтат, прям кирип кетесиңер. Прям вообще вовлекаетесь туда, кирип кетесиңер, да? И көпчүлүк адамдар эмне үчүн сырткы келбетке, сырткы результатка карап, анан идут туда, да, ошол жака барат көпчүлүк учурдачы. И у меня тоже вот это сработало, да, а у меня тигиним жок да, мунун жок да, и что я могу людям дать деген нерсе. Самозванец деп коет муну. Это просто низкая самооценка. И тогда до меня дошло, господи, до чего я докатилась? Неужели настолько мёпкетный бейдеп? Я начала копать. Дальше. Ладно, беринчи эле, я сделаю скидку или процент, он минус онлайн. Мне нужно посмотреть на результаты, чего люди достигнут. Адамдар кандай ийгиликтерге жетишкендиктерге жетет деген цель койдум да өзүмөчү. Я начала копать. Почему так происходит? И күндө бир техниканы кыла бердим. Он у меня за 4-й күн болушет, он срабатывает. Прям абсолютно все, что я хотела, срабатывает, да? Дальше, жана будильник мен техниканы кылып көрүп, я просто посмотрела на себя со стороны, да, кайсы состояние түшүп кеткенимди. И тут я поняла, мындай да, акча мастер-классында да бергем, көбүнчөсү бизнес ачам деген айымдарга ошол нерсени берем, да. Допустим, мага өтө көп адам именно эме менен кайрылышат да. Сетевойго чакырып кайрылат да. Вот, Керим, сен аудиторияң көп да, сен азыр баштасаң, у тебя прям все попрет дейт да. Аябай көп адам жазат да, мага ушу сетевойго чакыра беришет. Но адам почему-то укпайт экен да, он не слышит. Я говорю, не буду я работать, сетевой менеки эмес, не мое, вот менде турат го сетевойым. Мен ал жакта команда курган жокмун. Я не работаю там, а десем келет. Нет, Айгерим, вот сен ушинтип айтып койсоң эле, у тебя все попрут, бары келет, анан сен моунча акча таап кетесиң. То есть ценность ал жактан адамдар эмнени коет? Конечный цельди. Вот сен моунча акча табасың, ушундай ийгилике жетесиң, анан моюнга барасың, анан моуну аласың дейт да. Раньше я на это велась, ушол нерсеге барат элем да. Адамдар азыр деле барат ошол нерсегечи. Вот ушул сетевойго келсең, анан моунча менен баштасаң, мындай болуп кетесиң. Көрдүңбү дегенде ушундай результатка жетти, муну көрдүңбү ушундай результатка жетти. Сен да жетесиң, сен да ошондой акча табасың депчи. Но азыр мен ага вообще, это внешняя мотивация, он у меня вообще не работает да. Хоть өзүң катталып эки киши алып келсең, там тега саякатка чыгасың десең. Подожди, мен иштеп бүтүп алайын. Тоже говорю, нет дейм да. Я говорю, нет, мне это не надо. То есть ар бир адамдын өзүнүн баалуулугу башка да. У каждого свои ценности. Допустим, бир адам үчүн, может быть, для вас
косметика это все, да? Прям без косметики никуда. Башкадам үчүн одежда это все. Гийим это обязательно мондай гийим болуш керек, тигиндей болуш керек. Для третьего еда это все. Тамак, стол, үстү, сервировка прям шумдук болуш керек. Байкасаңыздар блогерлердин да ошондой нерсе бар, сервировканы прям идеальный кылып, шумдук кылып. Это для них все. У каждого свои ценности, ар кимдин өзүнүн баалуулугу бар, да? И ошол нерсе жетти да магачы. Ну, у нас мындай болот эле да. Университет окуп жүргөндө немецкийди мен 4 жылбы? 4 жыл окудум. Азыр вообще эч нерсе билбейм. У нас немецкийден берген мугалимибиз Германияда канча жыл ошол жакта жашап, иштеп келген жапжаш мугалим болчу. Но она вообще не умела доносить, да? Жеткиралчы эмес да? Вот сколько бы ни старались, в общем, жетчү эмес да. Вообще жетпейт болчу, да? Помню, наоборот, мектепте окуп жүргөн кезде, кыргыз тил адабиятчы жегибиз бар болчу, ушундай айтып берчү чыгармаларды. Прям вообще жомок айтып бергенде айтып берчү. Мен ошон, именно ошол мугалимдин аркасынан жүрүп эле 8-чи классыман, по-моему, баштап китеп, Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуп баштаган. Сынган кылыч, Кан ийбек, Чыңгыз Айтматовдун практически бир 50% чыгармасын жанагы мектептин программасында бар го. Мектепте окуп жүргөн кезде окучумун бар алып библиотекага, чоңдордун детский библиотекага өмүр кечмесин, чоңдордун библиотекасына отуруп алып ушул жакта окучумун, китепти алып кетип окучумун элестетиңиздер. Настолько это зависит от человека, да? Донесение информации, адам өзү ийгиликке жетиши мүмкүн, жаратышы мүмкүн. Но тут есть такое слово, как предназначение. Предназначение деген сөз бар. Мисалы, бир ийгиликтүү адамды көрсөңүз, сиз да ошондой болгуңуз келет да. А оно вам надо? Бизге ошол нерсе керекпи? Потому что у каждого человека свой путь. Ар бир адамдын жолу өзүнүкү. Өзүнүн жолу бар, өзүнүн жолу менен кетет. У каждого свое, да? То, что нравится мне, мага жаккан нерсе сизге жакпайт. Сизге жаккан нерсе мага жакпайт. Допустим, мен макияж бетиме койгондо өтө жаман көрөм. Это прям тонна бир нерсе да. Же болбосо түрлүк моданын артынан коолап кийингенде я тоже вообще не люблю. Это вообще не мое. Что еще? Ну, обучение десе, я иду на это. Вот канча миң болбосун. Ошол обучение акчаны коротом. Это прям мое, да? Бирөөсө жаңы нерсени үйрөнөсүң десе жанталашып барып берем, да? Но ошол учурда обучение онлайн эмес, офлайн. Офлайнга барып окушуң керек десе я говорю нет. Потому что это не мое. Мага онлайн, да, в любой момент даже эфирлерде түз эфир сабактарды түз эфирде көрбөйм. Потом записи смотрю. Пауза коюп алып, жазып алып. В моменте спикер сүйлөп аткан кезде жетишпейсиң да, ал сүйлөп кете берет да, конспектировать этип жетишпей аласың да, оюңду там жыйнаштырып там бүт баарын жетишпей аласың, поэтому я не смотрю во время прямого эфира. Всегда все записи смотрю. Онлайн сабак сатып алсам дагы записте көрөм да. Понимаете, у каждого свое. Ар кимдики өзүнүкү. Но бардык нерсенин айланып келе бир эле точкасы бар. И что интересно, самый интересный нерсеси, мен любой вопросту акыры келип нумерологиядан таап калатам да. Не так, чтобы вот по полочкам всю жизнь разложили эмес, именно конкретный мага керектүү вопрос, то есть запрос, именно ушел жактан табатам да, потому что там есть, как десем, просто вот здесь мондай болуп калышы мүмкүн деген нерсе, у меня сото, вот в чем причина, мен эки айдан бери издеп жүргөн суроомду именно нумерологиядан таптым да. И предназначениемди ошол жактан тапкам. Ну, я делала это как бы интуитивно. Былтыр сабактарды баштап, эфирлерге чыгып. И потом случилось так, что это мое, да? Психология это все мое. И башында ойлоп аткам, что я могу дать людям? Нени бере аламын? Наставничество хорошо келди. Хорошо, бир жарым айга даже со скидкой 10,000 төлөдү. Что я могу дать человеку? Да? И тут я поняла вот это момент. Фильмди көргөндөн кийин до меня дошло. Просто дошло. Потому что целый бир ай
У меня было такое состояние, прям это вообще эфирлерный горсоморчина, смотри, да, какое у меня там было состояние. Я была вообще никакая, да. Мурунку дешевом, да, мурунку состояние чупетким, да, у меня ничего не получается, мне кома начнется гельбеть, мне начнется калабайман, я вообще никто, и так далее, и так далее, и так далее. Я лучше веду троен, там домохозяйка улую, ничего не буду делать, там сериал буду смотреть, там семечки щелкать. В любом случае, кома начнется гельбеть, да, и в моменте я вспомнила, да, мурунку, мурунку состоянием, да, зубина сакетм, да. Именно состояние все решает. Но ушел состояние, гармония гельщичен, не ашкрик, адам. Установкаларды проработка алыш керек, страхтарды алыш керек, самооценканы көтөрүш керек. Өзүнө болгон ишенимди нужно все это прорабатывать. Кудайга болгон ишенимди нужно прорабатывать, потому что вроде бы мусулмандар, вроде бы Кудай таалага ишенет, Аллах таалага деп сүйлөйт, но ишенбейт. А потом удивляются, неге мен кыялмыш кашпайт. Вот по этой причине. И все. И гечурю тут то же самое, тоже обязательно расстояние. Вот это все пункты. Это бриманиль, да? Это все будет пары, как мантан я сотхан, да, будет ингредиент гирек, да. Ошан бары, чолта труган нерсе, вот бирджара майлап, наставничество. Я сегодня до меня дошло, что вот реально именно ушел на сенберем. Я не дам вам, короче, кантип мукска моют ничем дахча так пицца лот, а на кантип моют отношения за так класс лот, либо кантип тинчкерек, мунчкерек, мондай вещь способ пара на тигель булдыг на сенбер, бейми министерке. Я вам дам состояние. Именно ушел состояние, именно сильно ушел авалыңыз, поменяет все. Я к этому шла, последние два месяца. Мы конча жылдан бери ушел состояние озмы гельгем. Когда я обрела ушел состояние гельген, да, у меня все мондан гет паштаган, да. Прям вот конкретно. Хача мен ушел состояние гельген, да. Конча жылдан бери, сколько лет я хотела, да, бейн сут ничем, да, и мы туда поехали. Да, гейн, машину купили. Кыска уақытын ичиндели. Быстро, да. Гөлгөй салып кеттик, и любой жақта, любой жерде жүрі жатлык. Үйден вообще тамақ жасалай алған. Только кафе, ресторан. Когда я была в состоянии, да, ақча, тяқтан, бяқтан, келер жатлы. Само по себе, өзінен өзіле как-то складывалось, что вообще проблема жоқ болды, да. Но бір момент болды, такой переломный момент. Мен ошон түшінбей қалдым, да, вот где это произошло, все пошло назад, да. Конкретно минус хочу кетті мұны. Кечөөмес мурда күнү мага эки адам жазды да, утром бирөө жазып атпайбы. Вот я мен уже эмеде баштадым. Көз тийди деген нерсеге чейин бардым да, точно көз тийди деп анан утром для себя так решила, анан мен окуп койдум да, сүрөнү койдум да, вот көз тийгенде тигил болду. Слушаю, вроде комментарийин окусам бар эстеп, анан эмне болгон, жаман болуп ничего нету, да. Слушаю. Болот кошунай какой-то бир. Кээ бир эмелерди угуп атканда вот сопротивление болот да адамдачы. Вот элементарно вот түз эфирди баары көрбөйт. Почему? Потому что у них сопротивление чыгып кетет да. Башы ооруп чыгат. Өткөндө кечирүүдө марафондо айткам, кускуңар келет, это нормально деген. У кого-то вот такое состояние вот. А я спокойно сижу слушаю, да. А мага кечинде мен ошол бир техниканы кылып жаттым да вот. Анан эртең менен турсам таңкысы мен өзү деле өзү ошондо төрт уктагам, как раз игра в кальмарын көрүп түнү менен жатканда ус болчунан. Эртең менен турсам июнь айында, по-моему, да, майда, июнда бир курс өткөм да. Курс эмес, там медитация были, 15 күнгө эртең менен кечинде медитациялар, акча потогун ача турган, я медитации делала, да. И ошол кыргыз эмес, улуту башка жакта кандай бирөө болчу да, курс болчу да, в общем курс деп берип анан айтсам, они медитацияга эртең менен кечине алат экенсиң, чтобы открыть свой денежный канал дегенчи. Анан мне интересно стало, о, круто, да, ошон баштап койгом. И потом я начала думать, вот ошол курстан кийин у меня откат пошел, депчи, анан ошол жазып атпайма эртең менен.
Агерим, у вас все хорошо, я чувствую какую-то энергию, у вас какая-то другая энергия, да, чья такая? Там улыбка, она, ну да, все, все нормально, поехал, ничего не такое, да? Я сижу, мурдагну, вот эта ситуация. На муроку клан техникам на запросы мне нужно, да, понять, не учен, вот именно, кайсыл жақтан аткат кетті деген, нәрсеге сұрағы жоп алайын деген запрос болшы, да? И вечером такая сижу, и жаңағы вот финкод, там аржақ бір жақтардың бәрін үйреткен мастерге беріп жүрмін ғой. Ошол нумеролог жазып қойыпты, Агерим, қандайсыз, как у вас дела, как поживаете, депші. Я такая вообще таңалып қалдым, да? Говорю, бәрі жақсы еле, депші. Вы уже второй человек, который спрашивает, как поживаете, депші сұраған. Для меня это было так странно, потому что елдің бәрі стористан көріп қойды, нан көптілі, ей, ұшақтан ле жазып қойса, көптілі, как вы, как поживаете, деп, екінші жол келеді, па, такая, бәрі жақсы еле, деп, па, второй человек, который спрашивает, бірінші психолог болатса, второй человек, нумеролог дедім, да, көліп, ана вообще башқа запрос мен жалған, жазған екен, да, вообще ле башқа темада, ушундай жардам бере аласыз ба, мне кам просьба, деп жазған екен, я такая, ошонтип, сүйлөшүп отуруп кетти, анан ошол жақтан ле сөз уланып кетті, да? Просто-напросто, вот у меня ушундай минусқа түшіп кеттім, ушундай алдап десем. Мен отпай, в обиду прорабатывали, отпай, на папу, деп, шуну, я говорю, прорабатывала еще в прошлом году, потом у меня все пошло нормально. Но у меня вот с отчимом вот такие проблемы были, деп, я просто переписка, да, я шаталась, да, рассказывала, она говорит, и у меня, да, деп, у меня дежавю, я прям словила, вот, полтырка состоянием, у меня вот в этом году повторяется, прям точь-в-точь повторяется, деп, у меня будет ситуация, вот это все повторяется, я уже не знаю, десем, у вас временная ловушка, чукал персонал, деп, и она такая посмотрела, просто, да, то, что я искала, раньше там резет, она говорит, вот, вот так, вот так, вот такая, и из этого вот такая уж на результатка гель хлопцы, да, вообще такая сижу, господи. А, да, муроку, ну, я нашел запрос, меня, что техника нула, запрос, чтобы понять именно источник кайсыл жақтан, качан, ушел на себя, башталган дегенч, джоб тут тавайн, деп. Вертан, мен ма, ты жазды, я такая, может быть, ушел на башталды, деп. А оказалось, все дело во мне. Мен башка жақтан, сырттан издавать трудную причинасын. И в жизни то же самое. Я что надо для точно шундай. Будь парен без сырта не здесь. На самом деле все внутри. Будь вопросом бары, вопрос по ответам бары. И через года без сырта не здесь уже на всем баранч. Уже причина с нетаптом, да? И я понял, бегун мага ушел на все джетти, да? Просто өз-өз-өз-өз-өз я шо на таталаштыры раз, да? Өзің жашылды таталдаштыра бастағы, андай, мұндай, ана тегіндей, бірден сен барын ойлып тауырыз, бірден сен барын. Қалай десем, адамдың жашылысында ойлығын нәрсесін бардығы келер өтті. Прям конкретно мен ойлыс ошыл нәрсе келер өтті. Но мен ошыл нәрсені мұрын көп байқалаған бұ, же ұнтып қалғамын бұ, бір ұнтып қалған оқшаймындан ән басыне время, ақырқы уақыттарды бір какой-то бір наследу ойлып қойым, анан ошол кечинде жол басы ертес ишке ашып алады да, такая шок болып отырмын, вообще что происходит, депчи. Как так, кантип болып қалды бұл нәрсе, депчи. Көрсө, неге барыр, да, вот ему абсолютно все равно. Мен ерде мен отырған тамаға, мен фильтрлегенді білбейт, да. Меге келген информация, меге келген ойду, мне ой келді, бүт барын атқырыр еді. Подряд әлі. И көпчілік өчірді адамдарда ойында, месінде жалаң негативті. Жалаң жаман нәрсен барды келер еді тағы. И ошол нәрсе жашосында ешкі аша өреді. А бұтам адам келі аптан қалады. А чего еще происходит? А неге мен жүрсім ұшында? А неге тегінде олды? А мен мұны қалан жоқ мұға? А мен ондай қалатын білі ғой деп. А неге үшін өрсілет болып қалды деп таң қалар түшінбейді, да? И ошол кезде ойду контроль оған, это самое сложное. Өтті ғойын нәрсе. Поверьте мне, ойду контроль оған өтті ғойын, да? И мен просто-напросто арғайсы техниканы қолдан баштады. Ар күні олан бір техниканы қолдан өрдім. Просто-напросто білген техникам бардым. То, что мұрын қотылып қалған нәрселерді,
мурунку кылбай калган нерселерди кайра башынан баштай бердим да. Так сегодня вот это попробую, моно попробую, попробую, попробую. И все получилось. Акыр аягы ошол состояниядан я вам скажу, где-то бир 5 күн ичинде я вот вышла из этого состояния, из вот негативного состояния, да, постоянно негатив, постоянно ойдо. Тил болбойт, болбойт, тин татат. Адам ушунча көп ойдо ойлонот и в основном негатив ойлонот да. А ошол нерсенин баарынан я вышла за 5 дней. 5 күн ичинде чыктым. 5 күн ичинде прям жөнөкөй эле басып туруп эле жөн эле ойлонот эле кыла турган техникалар да очень простые. И ошондо мага жетти, значит, если это я смогла, мен кыла турган болсом, значит, башка адам деле кыла алат. И я могу вот это дать именно. Мен ушул нерсени бере алам. Наставничестводон башкалардын карап отурсам, монтаж акча таба кал было, да, курстар эле ошондо да. Монтаж убактын ичинде монтаж акча тапсага ушул задание дейт да, и человек идет, зарабатывает, о, круто, акча таптым. Но почему-то через какое-то время это забывается. Он тут клад, да? Качан беру ахта, через какое-то время это все забывается. Бардык нерсе он тут клад. И не учен, вот курстан кийин, адамдар, да? Результат курса учурунда болот дагы, андан кийин түшүп кетет. Потому что курс учурунда ошол сүйлөп аткан спикердин тапшырмаларын, сөздөрүн угуп аткарат дагы, андан кийин баары калып калат. Все просто-напросто забывается. Унутулуп калат. И потом уже адамда результат да болбой калат да. Канча курс өтпөңүз, так как постоянно, как эме болуп калат да, постоянно, как наркотик сыяктуу болуп калат да. Мариям, иштеп атам мен, барчу, пожалуйста. Көп матасы мамасын мусак, анын бата экен мусак, апайсыңбы? Хорошо. Чилу алатка, көсүл, бакка. Мариям, болушу уйтам. Мындай колбаны, бутыл мындай эбу. Сиз мисалы башыңызды Мариям башыңызды жуугандан кийин все мен башымды жуум деп жүрөбүз да туурабы 2 күндөн 3 күндөн кайра башыңызды жуйсуз же болбосо бир баняга барып келгенден кийин ой мен деген баняга былтыр эле түшкөм эмнеге түшмөгөн эле деп жүрөбүз да бат баттан түшүп турасыз да сырткы мотивация именно ушул жөнүндө да постоянно постоянно ушул нерсени алып туруш керек. У меня всегда так было, постоянно, постоянно, курстарды өтөрөтлөм, өтөрөтлөм, өтөрөтлөм. И качан курстарды өткөн токтоттум, и у меня откат пошел, сразу чуть назад, назад, назад кетип баштадым, да. Я такая, стоп. Ошон үчүн да это все просто сырткы мотивация болот. Но где моя внутренняя мотивация? Ички мотивациям каякта? Ошол нерсени издеп баштадым, да. И когда я вот это нашла, ички мотивацияны тапканда өзүңөрдө состояние тоже человека меняется, адамдын состояниясы өзгөрөт, адам өзү өзгөрөт. Сүйлөгөнү башка. Июнда өткөн марафонум бар экен. Эвай бир оор теманы затрагивать этип турмун ошол мезгилде. Такие сложные, сейчас я это расскажу. Потом я переслушиваю, вот когда он там, да, я такая, господи, ушел мимо белым дубчи. Я вообще другая, а там ушел где-то, прям состояние вообще башка на булочке, да, вот когда я узнал, я там алгам, да, мин, ушел там всю лептрым, ушел где-то, да, это термом бы, да, че. Такая шок полный, да. Оказывается, Адам, ушел тебя бату из группы Троткин, состояние стало, он так быстро меняется, и Булджахтан, поверьте мне, канча акча тапсаңар деле адам бактысыз болушу мүмкүн. Ему всегда будет чего-то не хватать. Жетишпей жүрө берет. Всегда. Всегда. Хоть миллион табыңыз айына. Хоть, не знаю, 10 миллион табыңыз, но ички состояниеңиз ошого туура келбесе, там эч кандай результат болбойт ал нерседен. Казактарга келген медитация кандай таасир берет ал деген медитацияны орус аял ойлоп тапкан орус психолог. И когда у меня вот өткөндө бир мен сүйлөшүп атам да ошо медитация алган кыз менен сүйлөшүп атсам я вообще его не слушаю деп атпайбы вообще уккан сайын жин келет дейт да. Я говорю гүл атпаймынбы прям нервиңер кашайып кетип атабы десем да говорит өлү нервим кашайып кетип атат я прям слушать не могу дейт да. Я говорю ал медитацияны
просто тупо слушать не получится, ну, прям бы. Анын техника сабаракин. Смотрите, как надо слушать мондай-мондай глаз, потом начинаете слушать сама, деп калган, да. И башында угатканда, денсолук медитациясы, я слушала, потом через где-то дрончакты ноги, она мне настолько надоела, таштап салдым, потом медитация успеха алып баштадым. Тоже перекладывание ответственности, да, жоопкерчилик ушул нерсе түртөгө вот ушуну угам, ушуну результат болот. Так нельзя делать. Любой результат адам өзү жаратат. Любой результат адам өзү жаратат. Жакшы же, жаман бы, неважно. И ар бир нерсени угатканда өзүнүн бир эмеси бар. Любой нерсени угатканда эме кылыш керек да? Туура ниет кылыш керек да ошол нерсегечи. Качан сиз ошол нерсе туура ниет коюп укканда результат там вообще супер болот да. Просто супер болот. И когда я вот слушала медитацию, ушел газда жакшы болот экен, потом я их забросила. Ушунчалык укум келбей калды в моменте через какое-то время. И упала, да, бүт бара түшүп-түшүп кетти. И я так поняла, уж он очень, да, оказывается, это тоже зависит от состояния. Если адам дан өзіне настроение сучок болып, чаман болатса, он не будет слушать. Ниет қойып ұқпаса, андан ешқан результат болбайды. Если ниет қойып, ошоға мен қойып ұқса, результат вообще супер андыққа. И вот эме бойынша, наставничество бойынша, вот смотрю других, да, наставничество өткөндө, они что дают? Айтат, да, вот, сен деген қиынсың, бап, тұрып, вот это сделай, то сделай. Жака курстарга чыкканда сыяктуу эле результаттарда они что то копают, что то делают, тыйын алат, муну алат, но заканчивается бүткөндөн кийин, может, бир жыл, эки жыл жүрүшү мүмкүн, а потом это все забывается. Почему? Потому что мезгил өзгөрүп кетет. Азыр ушунчалык бардыгы бат өзгөрүп атат, заман бат өзгөрүп атат, что не успеваешь, да, жаңылууга жетишпей калып атасың, да, өзгөрүп кетет дагы. Вот это все меняется за матта. Потом это уже тема не актуальна, да, уже актуал долбайла. А тут именно адамдын, когда десем, технический, да, кой, технический билим эмес, вот внутренний качан адам билим алганда, вот любой ситуациядан, любой жактан чыкты турган нерсеге билим алганда, именно ошол состоянияны нарабатывать эткенде, ошол жеткенде, любой жактан чыкты, да, неважно там, кандай там жердин түбү болбосун, кандай яма түшүп кетип атасың, чыгып кетет. Я вот наставничествода хочу дать именно вот это. Как выйти из любой ямы. Любой ямадан, любой мондай түшүп кеткен жактан чыга турган нерсени. И тут не про даже внутренняя мотивация жөнүндө эмес. Это про состояние адамдын абалы жөнүндө. Потому что мурунку состояниядан, мурунку ситуацияларда, когда мен кызым ооруганда, балам ооруганда, у меня была внутренняя мотивация, что кызымды операция кылдырып алып калайын, баламды операция кылдырып алып калайын депчи. Сейчас это на меня даже не действует, да? Я сколько пыталась, биз канчайдан кийин кайра, по идее, ноябрь-декабрь менен Киевге кетчүбүз керек кызымдын операциясына. Это уже не мотивирует, да? Вроде бы казалось бы, вот тебе мотивация, бери и делай. Аракет кылпашта, но это не работает. Это, может быть, сработало когда-то, да, ушел учурунда, но сейчас уже не работает. Что ведь, да, зружеч? Когда адам да ушел состояние болгондо, я все могу, у меня все получится. Мен колман бар келет, мен барак нерсени кылам, барак нерсеге жетем деген состояние жеткенде, вот адам да, тогда все получится. Ошондо любой нерсе иш кашат, да, любой калган нерсе. И бирок ошол состояние жетиш үчүн эмне кылыш керек? Бардык нерсени баарын алыш керек. Установка, страх, самооценканы көтөрүш керек. Полностью нужно комплексно работать. Азыр мисалы аффирмация катары айта бериңиз, у вас ничего не получится. Ой, мен болом, у меня все болот, мен колумдан баары келет, мен акча табам, мен кайратам деп айтыңыз. Хоть 10 жыл айтсаңыз деле. Эгерде сиз ошол нерсеге ишенбесеңиз, сизде ал нерсе болбойт. Иш кашпайт. Потому что бари страх, установка, самооценка кармай берет. И плюс обида да карал жанда. Ошондуктан мы будем работать по-другому. Наставничество, да? Сначала биринчи, первая неделя мен, только я. Экинчисинде установка,
все установки, что без них какая установка разбралась. Нет, это екіншісі, на это бірінші я, о себе, екіншісі самооценка, үшіншісі установка, аннан келіп тұрған нәрсе, аннан кейін страх, ошол нәрседен келіп шығады. Исходя из этого. Потом прощение, кечуру бойынша. И последнее состояние. Как наработать вот это состояние? Пока будет парна алмайынша, кто-то нәрсен парна алмайынша, конечный результат в любом случае был бы, да? И вот именно состояние, вот последний блок, самый основной был, да? Потому что кайра-кайра, что у нас я кайтып келересіңер. А блок, последний блок, ақырқы блок, кайтып келесі үшін, кайра баш, но мысты парына түшкіліп алды. И все. Бізде 11 октябрьда, 6 күнден кейін наставничество башталады. Сабақтар, күнде сабақ болады, мен сіздерге күнде сабақ тартып жөнетем. Потому что у всех, не у всех күнде онлайн отырғанға мүмкіншілік болмайды. Максимум 20 минутаға шейін сабақ тартып жөнетем. Бұл біріншісі, екіншісі обратная связь. Менде қайтарым байланыш болады всегда. Үшіншісі ары жұманың аяғында. Нас будет встреча. Зумдан жолығып тұрамыз. И офлайн встреча, когда геймщик Таусо, тоже план, да? В конце сделаем офлайн встречу тоже. Где-то во ртосно набрелась, чтобы понять, как сидят на джетте, где мы стоим. И в конце джентльмен чаршин офлайн встреча это не колод, онлайн встреча это на алты встреча вот. Зум, да, тебе еще раз. И вот так будем работать. И бул жақта, поверьте мне, азыр мисалы сіздер айтасыздар, қантип кетіп кіре, қантип там бизнес ашқым келіп отырады, қантип бизнес ашамын, мына қантип отношениямды ойлаймын. Вы можете вот это все по отдельности, барын өз-өзінше қылсаңыздар деле болады, алсаңыздар деле болады, ал бойынша мен толтырам марафондарым бар. Шапка профильда бүтсілік отырады. Но можете взять все, бір алып, полностью проработать, потому что все идет через, тіна башында айтым ғой, я. Мен тұрам, потом все остальное бүт айленамда тұрады. Ошол жақтан келіп шығады да. Қазір скидкаменен 10,000 сомға жазылсаңыздар болады бір жарым айға. Наставничество вообще начинается 30,000-ден үйде кетеді. И қазір 50% скидкамен айтам сіздерге. Кейінгі наставничество уже жаңа жылдан кейін болып қалады, потому что қазір октябрьдің ортасы, біз пока өткізуді декабрьдің ортасына шейін барып қаламыз. Кейінгісі только жаңа жылдан кейін болып. И уже алба 20,000-ден үйде болады да. Там біріншісі я. Сторискіде я продублирую. Алты жұмаға, алты башқа тема. Кімде қандай сұрау бар, соларыңызда болса жазыңыздар. Кімде қандай сұрау бар? Сұраулар болса, жазыңыздар. Эфирді сақтап қойым. Ешкімде ешқандай сұрау жоқ бұл, қандай эфирді сақтап қойыным. Аффирмация қаншалық жиынтық біреттейді. Ну, аффирмация жиынтық бербет, егерде сіз аға ішен бесеңіз. Обычно аффирмация адам ішен бейді. Мен миллионермін деп, бір күнге шығайып көріңіз, че, егерде доходыңыз ваше ақша таппасаңыз, үйде отырған айын болсаңыз, че, болса, 10,000 сом тапсаңыз, мен айына 1,000,000 сом табам деген дерсе, мен ішен бейді, конечно. И никакой жиынтық бербет. Ал бойынша менде
Мен даже аффирмацияларды еще жазчумун. Смотрите. Вот это все бирелес сөйлем жазылган аффирмация. Шол нерсе кетсеби нет. Ашкан жок. Я сколько раз его писала. Бул качан 2 жыл мурунку болуш керек. Столько раз писала, а он не сработал. Потому что я не знала. Любое меде, бильсенстер, арбир поварды, но из секретный бир ингредиенты болот, да, любой нерсене, те зовут когда, любой ли повар даже рецепт берется для, именно уж он дает сейчас айлбайс, да, там все равно чего-то не будет хватать. Тут то же самое. Аффирмация, визуализация, карта желаний, это все не работает, если вы не знаете, как правильно делать. Бильбеснезочка шпайта. Если бильбеснезочка шат. Масса кары, бирхадам китайон гайден лаус, ханча сомли, там только зрор, сейчас галда менде. Орыс сейчас алар, кыргыз сейчас жок. Москвада қалған, ошо Москвадан алдырсам, онда там Қырғызстанға бер. 20 штуктай бар болуш керек Москвада. Мен жаңа күнделік жазамын дегем, но ошоны да жаза алек мен. Не үчүн? Потому что у меня было другое состояние. Если я просто тупо ақша табуу үчүн жазып қойгон болгондо, это было бы предательство себя, да, өзімді, өзіме қарсы чыккан болмок. Потому что я Мурон Клатлем, например, был тур, я делала, чтобы заработать деньги, мен любой нерсен Клатлем. Но сейчас я это вообще не делаю абсолютно. Лишь по ахчатаушу, мен ищем сахалбай. Мне нужно понять, что мен Клатлан нерсе, башка адамга пайда алып келет. Когда мен ушу чумунду, анан кылпаштам, да? Любой жақтан ашу. Ушун чунда мен жаңы, мен жазалек. Венера жағанда сетяқсызды, қандай жүрес? Вот Венера жан примерінде. Это получается, когда человек работает головой, баш мен иштегенде, но никаким образом жүрегін ұқпағанда, у него всегда будут проблемы. Бесконечные проблемы. Ал адамға қанша айтпа, қанша түшіндірбе, не дойдет. Мен былтыр ошондой ойлам, да? Бүтпарын через голову делала, башым іштеді чым, так, мон ұш керек, түнеш керек, бүтпарын анализдеп, бүтпарын жинді шығарып іштеді елім, да? А я сейчас все делаю через сердце. Пока өзім ошылын әсеге дайыр болбасам, я тупо ничего не делаю. Жатырым. Если я не хочу, я не буду делать. Даже если өйертің күнді нанын ақчығал байлатты сәділі, если я не хочу, я не буду делать. Я говорю, ну и пусть. Но я через не хочу, через просто махча грех деген нерсе аркасында я ничего не буду делать. И сіздерге дағы айта тұрған нерсе, егер де сіз бизнес баштайт элем дегендер маған кечке өмірде жазып жатты, ошондой курс бар, я говорю, наставничество белгілі, потом поймете, либо ақша мастер классын деп айттым. Если башын арқылуу бизнес қылам, потому что ақша табуш керек, потому что мындай теңгедесіңер, это у вас не пойдет. В любом случае. Қарызға батас, минусқа кетес. И так по кругу. Бүтпейді. Бірін шапкасын екенісіне кигізем деп. Еще үшінші шапка қырылып қаласам, да айтқанда. И так бесконечно. То же самое. Элементарно. Наставничество на продаже онлайн, деп, мен там жасанып кийинип алып, там макияж кылып алып, сториске чыкпайм, прямой эфирге чыкпайм, мне это не надо. Да, кимде кандай суроо бар? Жоқ, деп жазған темаларды өзім бойы. Оны бөлініп кетті.
Ага, кимде кандай суроо бар? Жазыңыздар. Айтымда кандай суроо жокпу? Окей, смотрите, 11 октябрда баштайбыз, но мен көп адам албаймын наставничество, потому что не все готовы, бардык адам эле даяр эмес. Өзгөргөнгө. Бардык адам эле мен айткан нерсени кабыл ала бербейт. Это первая причина. Вторая причина, бардык адам ошол скидка алган күндө дагы ошол нерсени баалабайт, потому что мага жардам берчи с обратной связью бекер деп жазгандар дагы. Их очень много. Мага бекер эле жардам бер дейт да, а бекер нерсе эч качан бааланбайт. Я бы с удовольствием, не без разницы, но ошол эле мен кылган марафондорду канча адам өтүп атат. Мен ошол эле кылган, мисалы, скидка менен берген нерселерди канча адам алып атат. Это про позволение себе. Өзүңүзгө эгерде ошол нерсени разрешать эте албасаңыз, ой, мен катча тилейм, өзгөрө тилейм, бирок акчам жок да. Это уже шылтоо. Человек захочет, человек найдет. Потому что бизде плюс еще рассрочка дагы бар. Рассрочка азыр мисалы 5 миң төлөп, 2 жумадан кийин 5 миң төлөп, улантып окуй берсеңиз болот. То со скидкой болот. Это 50% скидка. Почему? Потому что это биринчи наставничество у меня. Я хочу мен берген система, то что я даю, бирдерам мои ичинде берген нерсе, насколько он эффективный болот. Где нужно доработать, где нужно смотреть, ошондуктан это как фокус-группа сияқты, да, ошондуктан 50% скидка мен алатам да, кийинкиси уже жаңы жылдан кийин болот, и, конечно же, мындай скидка болмойт. Потому что бир жарым ай ичинде человек будет просто совсем другим. То, что я сама прохожу, өзүм өтүп, ошо путтун баарын өтүп, жактан ал изилденип, бияктан изилденген нерсенин баарын я вам даю за 1,5 месяца за такую цену. Мен ушул билимдерди алыш үчүн как минимум бир 300 000 ушундай короттун болуш керек да. Обучение кеткен акчамды я даже уже не считаю. Где-то 300 000 точно кетти ушул билимди алыш үчүн, ушул билим алыш үчүн. И акчадан тышкары еще канча убактым кетти, канча нервим кетти. Канча энергиям кетти, ошол нерсенин баарын чогултуп структурировать этиш үчүн. Ошондуктан мен силерге мүмкүнчүлүк это тоже шанс. Эфирде отурганыңызда жөн жерден эмес, мен вообще кечинде эмес, күндүз чыгып атам эфирге. Вообще непонятное время сегодня еще анчан чыгып. Еще вторник бүгүн иш күн. Но сиз ушул эфирде отурасыз, значит жөн жерден эмес. Вот. Шынықтан, наставниставын күтөм, реально көп адам албаймын, потому что барыңыздар менен сүйлөшүп, ар жума сайында жолугуп турушум керек, мага дагы энергия керек, ар бириңерден результаттарыңарды көрүп турушум керек, что, как, если мен иштегенге даярмын, өзгөргөнгө даярмын десеңиздер, анда келиңиздер. Жок, мен даяр эмесмин, пока жоопкерчилик жашоомо ала албаймын, я просто кое турайын десеңиз, анда, пожалуйста, тоже ваш выбор. В любом случае, сизде всегда, ар дайым, тандоо бар. Тандасаңыз болот. Либо идти, либо не идти. И все. Рассрочка бар. Азыр 5000, 2 жумадан кийин 5000. Это самая максимальная скидка. Мында мындай уже никуда. Установкаларды, страхтарды, вот это все будем прорабатывать. И бул бир жолу эле проработка кылып калган нерсе эмес, бул кийин сизге калат да. Вот потом уже ушул системага салып алып, это будете сами прорабатывать, потому что мен бул проработкадан канча өтө көп дептерлерим бар эле, кагазым бар эле, это все у меня в проработках. Проработка десе, проработканын түрү бар. Вот это моя проработка.
все то, что я пишу. Вот это все моя проработка элементарно. Просто на постоянную сторону. Я вам до сути меньше основную проблему сходить к грибе. Я вам покажу путь, как дойти туда, как найти. Я еще нарисовала канты подгорчики, канты проработала шкарки, мне лошкари. А начинала я с чего? Мне до масштаба. Мой директор я аффирмация делала на масштаба. Вот я с этого начинала. У меня сработало это? Нет, не сработало. Тупо джинами газоргандай, тупо джинами газоргандай, это ничего не сработает. Это не работает. Просто я так хочу, поэтому болот по сенстер, это не работает. Ну что, барын старда? Егелик. Арбин старда, узын старда тап, чашон старда, калаган чашон старда, чашашын старда, калаймын. Чаштырын старда. Наставничество, качам дегендер. Мага, личкага, чашын старда.